Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Дима, спасибо, выздоравливай. Мне лучше относительно вчерашнего дня. Ты мог увидеть изменения. Я уже куда более бодр. Я могу управлять своим голосом более естественно. Ксюша включила микроволновку. Что будешь разогревать? Выздоравливай. Спасибо. Дела, да неплохо. Дела кипят. Скоро будут неожиданные релизы. Я очень рад, что все движется. Вот. Налей мне чайку, иди в больницу. Не, мне уже легче, никаких больниц, блядь. Я даже принял одну таблетку антибиотиков, если тебе интересно, но вообще я против. Критик, рэпер, креативный парень. Да, именно так. Именно такая парадигма жизни мне больше нравится по стечении 5 лет жизни в парадигме блогера. Зачем на лбу набил? Мама позвонила, говорит, сын, что-то ты, блядь, не меняешься последние 5 лет. Сделай себе татуху, такую на лбу прям, чтобы бабушке понравилось, которой 88 лет. Ты готовишь новый клип? Он уже снят, братан, он уже снят. Все зависит от тебя. Уже снято... Знаешь, есть вероятность, что очень скоро ты увидишь 2 клипа, а может даже 3. Такие дела. Я уже просто не могу удержать, как говорит мой папа, тепленькую водичку в жопе не удержать. Ну, не знаю, проверял ли он сам, но это больше про то, что хочет сказать что-то. Сказать что-то приятное людям. Что-то от них скрываешь, что-то интересное. Когда букву будешь выговаривать? Ну, как ты видишь, никогда. Какую музыку любишь слушать? А, сейчас в основном рэп к своему стыду. Тату больно было бить? Нет, не больно. Кофе будешь? Ну ладно. Тут Ксюша сидит, греет курицу. Мордегато, гайдам би намос. Excuse me, sir, I don't understand. No comprende. Не знаю, это все языки, которые я знаю. Ты женат на Ксюше? Я замужем за Ксюшей. Сайонар бой. Бля, мне тоже нужен какой-нибудь никнейм. Типа у него Сайонара бой, у Федук One Love, 21 Savage, 21. А у меня какой будет? 18. Ларин, ты ведь против тату был всегда? Да, жизнь меняется, мы меняемся. Ёб твою мать, сколько ты будешь это объяснять, просто не отвечай. Просто не читай эти вопросы? Да. Ну вот ты не отвечаешь на вопросы, типа ответил один раз где-то в узком кругу, и потом тебе, блядь, люди на улице встречаются и говорят, ты мясо ешь, когда ты идешь такой по Невскому с шавермой, ам-ам-ам. Ларин, здравствуй, Димро. Круто поешь. Я консерваторию вообще-то закончил в этом году. Что ты зачастил с трансами? Я по тебе соскучился, милый. Брайан Алекс общается только с смайликами, сочувствую. Дима, кофе растворимый, да, кофе растворимый, потому что весь молотый закончился. Потому что мы нищеброды. Я нищий, мне не хватает на растворимый кофе, если хочешь, скинь донат, желательно в криптовалюте, желательно в EOS. Не люблю блядский биткоин. Так, когда люди смайлики отправляют вместо общения, это что значит, не могу спонтанно отправлять или им что-то понравилось? Какая-то фраза, как это понять, еще есть задержка? Ты считаешь, что они ебнуты? Нет, это неправильно. Я не хочу написать. Не, ну вот смотри, сейчас я ничего такого не говорил, люди отправляют буквенные умоизречения. А иногда они вот такие штучки, типа смайлик со слезками, как Валерия. Да, Валерия Толмачева 7 отправила. Привет остальным 6 Валериям Толмачевым, если они рядом. Если на лысо будешь, что-то ту продолжишь. Я не буду больше на лысо бриться, нахуй это надо, чувак. С моей формой черепа я как бы... Не буду носить такие прически, это не мое. Ты ахн. Слава Аллаху. Слава всем богам. Слава Осирису. Слава Сету. Слава Тору. Слава Мерке.
не путайте с Ангелой Меркель. Мерка это богиня, по-моему, закат или ночи в славянском эпосе. Да-да-да, мы когда-то были язычниками. Привет, картавый рэпер. Гуф, где? Как относишься к Федору комиксу? Никак. Здорово, когда новый видос? Да вот же он. Он все равно окажется в каком-нибудь рэп-перископе или... как этот канал называется? Данцан? Дюрал меня постоянно подрезает. Прикольно. Здравствуйте, очки. Ты еще не видел мне другие очки, чувак? Очки крутые. Крутые очки, блядь. Я чего вообще? Вот это вот крутые очки. Это просто классные очки. Это Прада за 13 косарей, а это, типа, очки психопата за 1200. Так. Твоя рука с пепельницей отражается в очках. Классно. Круто, да? Спалил я тебя, Ксюша. Поясни за тату. Да, бля, руку. А, татуировка, как у Пост Малоуна. Не, у Пост Малоуна ключ и проволока. Здорово. Что за код Базилио? I have Portugal. And I have too many drugs. Купишь? Чё купишь? Лепс. Чё, мне не идут, да, такие очки, братан? Да посмотри. Это очки сварщика. По-моему, мне оптимально подходят такие вещи. Будешь еще тату делать, это уже не остановить. How are you? Not bad, thank you. Дима смотрел уже интервью Шапика. Я пытался его не смотреть, но с самого утра у меня интервью Шапика играет. Я был вынужден знать о том, что он плохой отец, что он женщин считает животными, и что моя женщина его смотрит. Наверное, любит его больше, чем меня. Диск, когда? Прямо сейчас. Запилил диск, чтоб мое имидж провис, но я на кейс чест разрешил дилемму. Сами МС взрастили голема, хозяин захрапел и поймал проблему. Помню это говно, когда я написал за один день. Лол. Зачем это ублюдство такое тату на лбу? Я так не считаю, чувак, я так не считаю. Я думаю, что у нас разные взгляды на жизнь. Ты, скорее всего, умрешь в одиночестве. Бля, раньше меня радовала и стимулировала твоя категоричность. Сейчас слишком неважный стал, что ли. Нежный. А, нежный. Мой ласковый и нежный зверь. Зверь, нахуй. Будешь смотреть европейских... Никто даже не отписал по поводу того, что ты куришь сигареты, спалив пепельницу. Ты сам ее только что сказал. Будешь смотреть европейские хвалы. Может быть, я не курю сигареты. Да? Я курю Соловерда. Как тебе новый ролик у Афонь? Можно больше не говорить, это просто вот достойно вот такого ответа. Афоня, ну, классно. Афоня меняется, Афоня стал более поступательным, взрослым, тезисным, аргументированным и, может, даже немножко сексуальным. Он в нем немножко мужественности добавилось, да? Он каким-то был смазливым тренером. Я заметила, это как-то там твои пидорские эти... Отсоси? Нотки. Так вот, тотальный разъеб Соболева. Тебя будут шиперить с Афоней. Афларин. Офларин. Лафоня. Лафонь. Лафонь. Так, у тебя же друг заразился чем-то... У меня все друзья от меня чем-то заражаются. А я от них... Как относишься к утопии? Я надеюсь, это даже произойдет. Проект Венера, привет. Дима, приезжай во Владик. Я там был у вас, очень классно. Однажды я там окажусь снова. Владик охуенно, у меня, к сожалению, был всего один день. Мне хватило, чтобы проехать на фуникулёре и пройтись по набережной, где меня ветер чуть, блядь, не размазал об стол. Охуенные у вас там ветра. Так, ладно, время сменить. Здравствуйте, Украина, да, Украина? Здравствуйте, хай. Смотрю, как у тебя на кончают сердечками. Приезжай в Уфу.
Я думаю, чтобы приехать в Уфу, мне надо написать микстейп. Этот город принимает только рэперов. Какой смысл заложен в тату? Какой смысл заложен в твою жизнь? Так. Что за хуйня на голове? Волос называется. Попробуй как-нибудь. В темных очках лучше было. Ну ладно, я же дома, я же не... Я же не Витя Ака, чтобы в очках постоянно быть. Это прямая бочка? Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звук. Дайте бит. Лина лево руке, я выкинул кеды на провод. У тебя на лбу татуха, может быть. Здорово, картавый, здравствуй. Очень похож на АК. Это обидно было сейчас. Я со Стамбула, передай привет, плиз. Привет, Стамбул. Как насчет Челябинска? Не хотите приехать? Хотим. Я надеюсь, что татуха хной, так как это пиздец фриково. Да, татуха хной. Вся моя жизнь хной. И все мое будущее хной написано. На воде вилами. Здравствуй. Как относишься к Моргену? К Моргену Штерну? Хорошо. Он талантливый парень. Моргенштерн, твое здоровье. Забей рукав. Зачем? Чтобы ходить спустя рукава? Шутка на 180. Ха-ха-ха. Привет, Ивано-Франкивску. Франкивск. Ты мистик очень включил. Что? Фотки? А что? Молчать? Зачем скрывать, что ты куришь? Тихо, блядь! Я сейчас кому-то глаз вырву. Вот женщины, блядь, вот нельзя ничего доверять. Ничего нельзя доверять женщинам. Ничего. Молчи. Все, подумай о Саше Шапике. Подумай про Сашу Шапика. Простудился или гайморит? И гайморит, и простудился, и отит, и дыры в носу. Привет. Привет, ЛСП фан. Здравствуйте. Дима, в какую сумму обошлись очки для зрения? 13 500. Когда фит с Хованом? Или оправа стоит 13 500? Оправа только. Оправа, ну плюс 3 500 линз. Текст просто топ, спасибо. Да, я умею делать рекламу. Иван, если ты меня смотришь, привет тебе. Надеюсь, на плодотворное сотрудничество. Дима, она тебя обижает? Да, постоянно, постоянно. Абьюзивные отношения у нас. Помогите. Ксюша, там кот что-то хулиганит. Помогите. Не ори на Ксюшу. Ебать, это она на меня говорит. Привет, привет, Коломии, будь ласка. Окей. Ласка магия черного. Ты себя слышала? Если верить в соус парку, женщинам нужны от мужиков только шутки и сперма. У тебя хуёвые шутки. Ну тогда сперму забирай. Нет. Ну и все, что ты сделаешь тогда? Ларин предал свои же стандарты. Стандарты у, блядь, конструктивного изделия, который делается на заводе, а я не бронзовый чувак. Я развиваюсь. Сочувствую, если ты этого не понял. Следишь за радиоведущими с Мэд ФМ. Блин, перестал, к сожалению, нить потерял после того, как я перестал уже понимать, кто есть кто и что там происходит. Какое-то время следил за Моргенштерном, блядь, Моргенштерном, за Убер Маргиналом, блядь, похожие никнеймы. Ларин 969. Новый Мэд ФМ? Да. Я думаю, что Мэд ФМу, если запускаться, ему нужно приложение сразу. Сейчас окно откроем. Вот там за окном у меня, вот там вот, кто-то позавчера ползал, блядь, закладку пытался сорвать. Не надо так сказать. Мы пресекли это. Мы забрали ее сами. Нет. Нет? Нет. Мы как добропорядочные граждане вызвали полицию. Мы как добропорядочные граждане не вызвали полицию. Скучаем по Ларин против, я тоже. Но этого парня больше нет, простите. Дима, твои татухи, да. Пиши, что еще набить. Я могу набить одну татуху из комментариев, вообще нехуй делать. У меня полный плацдарм на забивание своего туловища, оно мне принадлежит. Хули игноришь? Я просто пропустил твое сообщение. Я не читаю, как, не знаю... Николай Соболев. В Коломне тебе обожнюют. Коломна? Коломна.
Коломна. Почему я никогда не ездил в Коломну? А? Мне предлагают набить кочегара. Тату в виде собачки. Член. Приезжай в Уфу и снимай клип с Моргином. Для меня честь. А, Дима, чё по клик-клак? Клик-клак это сейчас официальное заявление. Я хочу, чтобы канал, как он там называется, блядь, который ворует эти... Дюрал. Я хочу, чтобы канал Дюрал сейчас изменил качество записи и трансляции на 4К и выслушал внимательно. Клик-клак подписался мной трансфер, теперь я работаю на них. И с следующего года я перехожу к ним в штат, буду писать сценарии, разрабатывать концепты и сниматься в шоу «Дай леща», вот, с окладом 800 рублей в час. На таких условиях мы договорились. Вот, если у вас больше денег, то, соответственно, ну, я готов перейти в ваш клуб. Как легионер, блядь, не знаю, Wagner Love. Примерно так же. Шутка норм, спасибо. Я стараюсь. Классная татуха на лбу. На самом деле мне похуй. А, привет, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Лицо Соболева на ноге. У меня уже набито лицо Соболева на ноге. Оно сделано в стиле шрамирования. То есть я сначала набил лицо Соболева, а потом лезвием вырезал себе на ноге ему глаза нахуй крестами. И обоссал свою ногу. Так. Тебе смешны такие вещи? Я тебя проверял вообще-то. Ларин Прочет. Типа Пост Малон. Мама Макон. А зачем венок набил? Однажды ко мне ночью пришел Архангел Гавриил и сказал, набей себе венок, потому что после смерти ты будешь в раю диктовать правила и собирать налоги. Такие дела. Тату очень нравится. Спасибо. Что у тебя на голове? Пост Малоун. Видно, на голове Пост Малоун, на котором на голове набита татуировка. Фрактальная татуха Пост Малоуна. Ты крутой, а не ебаная чушка. О, нихуя себе, вот это да. Вот это спасибо, вот это прям камень с души. Ты был в ионотеке. В ионотеку я не хожу, потому что там слишком много целевой аудитории, которая будет мешать мне отдыхать. Мы никуда не ходим, поэтому... Я хожу в другой клуб. Клуб 27, в клуб «Гараж». Я хожу в клуб «Гараж», просто я всегда скрываюсь под образом Виктора Федосеева. Если вы увидите Виктора Федосеева, подойдите к нему и скажи, Ларин, снимай мою маску. Найс тату, хорош, спасибо. А, смотрю, тебя уже 1.5 года, сочувствую. Сейчас будет новый этап. Когда вы поженитесь? Когда мы поженимся? Мы уже женаты. А, блядь, да. У нас уже внуки. Какое значение татуировки на руке? Значение? А зачем тебе значение? Тебе легче будет от этого. А, привет Одессе передай. Одесса, привет. Одесса, мама, как известно. А, почему именно смерть на руке? Это не смерть, это Санта-Муэрт, пес. Раньше было лучше, согласен. Раньше трава была зеленее и небо голубее. И такие, как ты, еще не родились. Так, а я могу сам что-то написать в чат? Можешь. А зачем? Зачем эта функция? Чтобы оставить номер своей карты. Ого. Я стримлю ложечку. Так можно и это. Да-да-да. Иероглиф это круто, да, спасибо. Чок, так много игнора. Так, в смысле, вот я сейчас тебя не проигнорил, все, можешь заткнуться. Что за тату на голове? Хна. Что насчет убийства Дентасина? Я уже говорил, и уже даже какие-то вырезки на канале Дюрал есть. Какая ложка, блядь? Ну ладно. Лопаточка. Это лопаточка. Посоветуй, что почитать. Читайте книжки. Скажи, нет, не скажу. Ну что ж, сначала был против отношений, теперь встречается. Был против тату, теперь с татухой. Завтра к логопеду пойдешь. Почему? Ты был против логопедов. Я был против вообще врачей, потому что врачи – это слуги сатаны.
Ну ладно, никто не предлагает мне новую татуировку, поэтому я забью просто, не знаю, портреты Николая Соболева по всему телу. Профиль фас, три четверти, вид сверху, вид снизу. Не знаю, улыбка, ржач, ржач Николая Соболева. Как это называется? Ну, где у него разинутый рот, его маленькие зубки торчат, и это, сморщенные глазки на лице пирожке. И Афоня злого. Афоня красавица. Афоню надо, если бить, то на всю спину. Логопед — это не врач. Ты не рэпер. Твоя сестра не девственница. Ты не родной. Тебя приютили. Ты на улице бомжевал. Набей портрет Ксюши. Зачем? Я так и постановлю. Дерево, как у XXX. Как у XXX, да? Почему нет? На шее татуха Haunted Family. Компасы набить. Зачем компасы, если они все равно не будут определять время? Пойду засмотрю, и ты не совершаешь. Давай, 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 давай. Как вы относитесь к тому, что Ксюша смотрит постоянно на интервью и ролики Саши Шапина? Меня это начинает пугать. Это мои любимые видеоблоги. Пиздуй в Украину. Пиздуй в Украину, там не в России. Сейчас там все хорошо. Не пустят, наверное. Собирай своего кота, блядь, и уваливай. Саша Шапин. Так будете втроем жить. Он открыт к новым отношениям. Ты думаешь? Блять. Давай вчетвером тогда. Меня не возбуждает вид чужого члена. А? Мне Таня? Да. Она миловидная. Я бы не сказал, что это девушка моего вкуса, но она красивая очень. Я думаю, что... вообще красивые. Украинки? Да. Но я скажу тебе, что недооценены, недооцени белорусские. Очень красивая девица в Беларуси, прям очень. Я какой-то период времени ездил туда часто. Там у меня были некоторые друзья и товарищи, и единомышленники. И вообще там варгейминг, и все очень круто. И там танки, блядь. Я снял там клип на танке. И я скажу, что там девушки очень красивые, очень сексуальные. В Беларуси, в Минске особенно. Особенно на улице Немига. Что, блядь, у тебя на лбу? Если я мамке покажу твой коммент, она будет очень ругаться, что ты материшься. Ты, блядь, опять в отношениях. Я не сложу просто по всем этим движам. А зачем следить? Это же не реалити-шоу. Ты не пропустил никакую серию. Все продолжается. Типа, это не вселенная, блядь, моих баб. Че за хуйня? Простите. Апа Белянг. Набей ебало. Да можно так, это было уже в этом году. Да хватит, я уже, типа, не очень круто бить людей. Мне это надоедает. Немига супер, приезжай в Оренбург. Надпись Омск. А что бы Омск написать? Омская птица. Бля, чешется. Нормально? Чеши. Больно на лбу тату бить? Нет. Ты хочешь читать чат? Да, ёб твою мать, а где, я думаешь, беру почву для своих размышлений? Ты слишком эгоистичен. Ты пойми, что нереально всех читать. Сними темные очки. Нет. Набей, развивайся, чтобы к старости не забыть. Скорее действуй, а не развивайся. Но слова в тату, я считаю, что это не очень. Мне больше нравится. Мне больше нравится образ, форма. Хотя черт его знает. Ну пока такие предпочтения. Рома, это ты. Не смешно. Это же венок Иисуса, верно. Только Иисуса никогда не было. А почему выбрал дотворк? Потому что дотворк — это стильно. Что за херня на лбу? Ай, блядь. Мне можно сейчас вообще какие-нибудь другие вопросы получать, кроме тату? Я, кстати, даже понятия не имею, какая сейчас динамика подписчиков на канале. Я просто не захожу на Social Blade, и мне так спокойно живется. Это... Ну, скажем так, все ютуберы, все блогеры, топ-блогеры, они каждый день мониторят Social Blade. Это 100%. Вот. Когда я заходил, да не помню, блядь, потому что как только ты отвязываешься от цифр, они так или иначе влияние оказывают, ты становишься куда свободнее. И вероятность какого-то нового рывка, нового шага, она больше. Когда тебе не важно, у тебя плюс 1000 или минус 2, или нолик стагнирует. Как относишься к Латвии? Неплохо.
Я люблю Латвию, но я был только в двух городах, к сожалению. Как понимаешь фразу «кради как художник»? Потому что все крадут, все мы стоим на плечах друг у друга. Пойду-ка сбайчу какую-нибудь песню Пост Малоуна. Блядь, выбрать песню Пост Малоуна, спиздец, а? Но Rockstar все спалят. Congratulations тоже. White in... Как там? Блядь. Ну какую? С альбома с первого, наверное, там ноги кто будет. Я тебе ебну сейчас, серьезно, не вздумай наклеивать мне на ногу. Я буду бить тебя. Вешалками? Вешалками, да, как Икс. Покупайте 30 вешалок, когда придете в следующий раз в Икею. 30 вешалок. В знак солидарности со мной. Тот, кто купит 30 вешалок, тому будет респект. Пластиковых. Привет из Латвии. Может, привет из Петербурга. Петербург, Латвия, one love. Покажи девчонку. Нет. Ну где же вы, девчонки, девчонки, девчонки? Старые песни поют. Пиздец, я могу еще и темную ночь спеть. Темная ночь, только пули свистят по степи. И у детской кроватки бухой. Что у тебя на голове? Это терновый венец. Вы общаетесь прямо, отвечая друг другу. Спасибо, молодцы. Я могу просто сидеть и пить чай. Привет из дно. Привет из поверхности. Привет с Череповца. Здравствуй, Череповец. Там разберитесь уже со своими трубами, блядь, а то подыхаете все. Слишком воздух засорен у вас, братцы. Слушал убийц Кристал? Нет, к сожалению. Или к счастью. Алло, оля. Шикарный вокал. Да, да, я баритон, если вам интересно. Мне немножко не хватает до баса. Я бы хотел быть басом. Я думал о пластической, не пластической, а хирургическом вмешательстве в свою гортань. Есть такие чуваки. Не шире сделать, да? Не шире, а сделать мышцы там. Причем... Я понял. Это как бы пиздец. Вот именно поэтому женщинам нужна сперма и шутки еще. Блять. Это только... Ладно, бесполезно. Кухню комедии иди пересмотри. Весь плейлист открыт для скачивания. Что-то часто в последнее время эфиры. Да я потому что я люблю тебя. Я люблю тебя. WhatsApp. Пошел нахуй. О, Ларин, здравствуйте. Здравствуй. Ола. No comprende. Где мопс? Блять, это жестко. Холдить эфир Нео, когда есть EOS. Холдить эфир есть смысла. Холдить, да, я понял. Я думаю, надо и EOS холдить, блять, и эфир тоже, потому что как EOS, так и эфир — это охуительный блокчейн. Охуительно применимые и гибкие. А биткоин скоро помрет. Вот я так считаю. Он заебал, серьезно. Майнят там себе, майнят. Прогоняет электричество. Привет из Новиграда. Здравствуйте. Я даже не знаю, где это. Новгорода, может быть. Как дела у Шани? Сдохла? Ты сейчас сдохнешь. Шаня, Шаня. А? Принеси ее. А, на воду ждет. Скажешь что-то по-испански. Я не знаю ничего. А, ну вот знаю. La cuenta, por favor. Счет, пожалуйста. Что будет с Соколовским снимать что-нибудь? Может быть, мы с Русей. Любим друг друга. Нет, компьютер. Это мой кот. Привет, Садову. Привет. Покажи татухи. Зачем? Где твой мопс? Вот он. Он претерпел пластическую операцию. Передай привет. И пересадку волос. И пересадку волос, да. Ариэл Трансхай. И мозгом, блядь. К сожалению, да. А еще он был прикольнее, басывался там от радости. Да, Шень? Привет из будки. Здорово. Че, как пацаны в будке? Тоже хочу котю. Вот такого котю ты не хочешь, он кусается. Смотри, блядь, я тварь. Из чади ада. Убирайся отсюда.
Я тебя ненавижу. Не буду тебя кормить больше. Недавно посмотрела, как ты отвечал на школьный вопрос. Какие у тебя были чувства, эмоции и всякое такое? Да никаких. Ликей позвал. Я подсказывала, сидела за камерой ему. Пальцами вот так показывала. Так и было. Женщины не умеют шутить, и им нужна сперма. А это не шутка. Конечно. Да как, Ликей позвал, и я подумал, почему бы не помочь чуваку. Мы с ним пообщаемся, он меня за стол садит, камеру направляет. Светом въебал, светит. Жестоко. В общем, Ликей, надо больше общаться. Мне кажется, ты слишком в своей философии там это загнался. Хелло, здравствуйте. Брови покрасил. Да ты чё? Скажи ещё, что я волосы покрасил. Хотел бы встретиться с Шевчуком. Да, почему нет? Юлий Ильянович крутой, я бы у него спросил некоторые вещи по написанию лирики. У него классная лирика. Я до сих пор некоторые песни помню, как под гитару, так и это, наизусть. Если вам грустно, послушайте песню Юрия Шевчука «Ты не один». Сразу станет заебись. Так. Покрась волосы на зеленый. Я чё, фрик? Ну ладно. В общем, я попил чаю, кофе. И надо выпить еще кружку Тарафлю. Реклама Тарафлю. Подписывайтесь на Тарафлю. Ставьте лайк. И заваривайте. Да. Заваривайте Тарафлю в стеклянной чашке. В пластиковых. Он начинает разъедать пластик. Пиздец, короче. Все, всем спасибо. Ты в сторис сказал. Мы уже... Это шутка была. Полина Манки. Все, Полина Обезьяна. Давай, пока. Приятно было вас видеть. До новых встреч.